Сегодня с 23 часов до 5 утра 15 июня будет закрыто движение трамваев 1 и 3 на участке от остановки трамвайно-троллейбусное предприятие до конечной остановки завод «Химтекстильмаш». В это время они будут ходить от остановки ТТП до кольца улицы Пушкина и железнодорожного вокзала. Причина – капитальный ремонт трамвайного пути. В связи с этим 14 июня с 6 до 23 часов по маршруту автовокзал завод «Химтекстильмаш» будут ходить дополнительные автобусы. Расписание их движения будет вывешено на конечных остановках. До 31 июля будет сужена проезжая часть на улицах Ливенская, Колхозная на участке от переулка Урожайный до моста через Орлик и Генерала Родина на участке от моста через Орлик до Наугорского шоссе. Причина – ремонт дорог. 10 июня в начале 7 вечера на Тургеневском мосту столкнулись три автомобиля. ВАЗ-2106, Opel Insigma и ВАЗ-1117. Мужчину, находившегося за рулем шестерки, отвезли в больницу. Последствия аварии зафиксировал регистратор одного из наших телезрителей. В рейтинге информационной открытости глав регионов России Александр Козлов занял 71 место из 83. Институт независимых политических исследований подвел итоги за май. Судя по ним, Александр Петрович теряет пункты. В апреле он занимал 61-ю строчку. Самым информоткрытым губернатором был признан руководитель Ивановской области Михаил Мень. Федеральная миграционная служба, которая в четверг отметит 20-летие, проводит акцию «Ровесники ФМС России». Студентам, достигшим 20-летнего возраста, заменят и вручат прямо в вузах паспорта Российской Федерации.